Всем с добрым утром. Начинается новый день. Город еще спит. Сегодня же воскресенье. На улице никого. Но мы с Алиной уже не спим. По всем известной причине. А так вот, смотрите, я решил выйти на балкончик, на лоджию нашу. И красиво солнышко падает на осенние листья. Вот они такие рябиновые листочки. И также у нас сегодня знаменательное событие. Сейчас я буду распаковывать большую-большую упаковку этих памперсов. Уже второго размера. Попробуем с Алиной их натянуть на сына. Посмотрим, как будут сидеть. По весу-то он уже подходит к ним. Вот эта большая упаковочка, которую купили в детском мире на распродаже. 160 штук. Второй размер. 4,8 килограмм. Так, что-то так не откроется, что ли? Сейчас нож возьму. Также вот пришел на кухню. Каша уже доварилась. Все, можно выключать. Сейчас с Алиной будем завтракать. Мы так-то по очереди едим. Когда Алина, когда я. Ну, это если ребенок-то не спит, так. Так, еще я ножницы хотел взять, чтобы распаковать все дело это. Разрежу. Ну да, вот отлично. Красивые такие. Новенькие такие. Что там написано? По-русски-то нету, что ли? Бери. Вот. Да, нормально. Сейчас будем тестировать их. Алина говорит, еще засними вон то желтенькое дерево. Очень красиво так смотрится. Не знаю, передаст камера, не передаст. А так вот оно такое желтое-желтое, насыщенный такой цвет. И рядом, осень, да, рябинки-то вот эти. Так, ну-ка, сейчас я еще настроечки попробую. Может, вот так вот. Такая желтая. Солнышко немножко уже освещает ее. И вот осень настоящая. Алина решила приготовить печенье. 7 утра. Чтобы, да, всем это. Чтобы все успеть. Да, да, да. Но все равно пока не спим, сами-то еще. Вот сейчас приготовим. Сегодня нас обещают быть насыщенный день. Да, конечно, как пойдет. Неизвестно пока. А это что за печенье, Алина, расскажи. Ну там такое оно. Натуральное называется. Что в нем будет у нас в составе? Сейчас покажу. Овсяные хлопья, это мука, вот яблоки и там вот еще. Еще корицу можно добавить, вкусно будет. Запекать будем где? В духовке. Ага, ну, покажу сейчас. Хорошо. Так вот. Из ингредиентов, или как это слово, я все время плохо выговариваю. Два яйца. Или парочка яичек. Так, изюмчик. Масло. О, опять красногорское. Вот. Творожок из Вожгал. Вожгалский маслосырзавод. У них красивый такой дизайн стал. Они, видно, обновили. Упаковку. Ну, конечно, обновили, это уже больше года. Вот, красивая такая. Так, также понадобится мука самая обычная. И овсяные хлопчики. Ну, еще раз открыть или корить? Да, вот. Сарина все замешает тесто и будем готовить. Потихоньку что-то становится похоже на тесто. Там вот, тут... вот два яичка взбили с сахаром, потом масло добавили и вот упаковку творога. Ага. Вот такое полезное печенье. Вон Алина сбивала обычным блендером. Ну мне тот неохота мыть просто. Да, его быстро. Но полоснул. Его нам на большое количество теста если делать. Этим планетарным-то миксером. А вот таким маленьким. Да, бисквит мне больше нравится. Сейчас все окончательно размешают. И будет вообще замечательно. Так, дальше давай. О. О, яблоко пошло. А у нас сюда поместится? Такую маленькую чашечку. Конечно. Так.
надо ложечку. Также вот смотрите, в горячей воде распаривается сушеный виноград. Давай сюда сейчас сразу закинем. Я, кстати, пробовала реакции, как уже на YouTube. Ну, я думаю, будет очень вкусно. Я же готовила, только без сахара, то же самое. Это теперь что такое? Разрыхлите и корицы добавим. Вот чуть-чуть всяких штучек еще. Сейчас будем все это добавлять. У меня уже слюнки потекли. Это, наверное, даже уже без жарки вкусно. Ну, только яйцо со сырой водой. Так нет, сейчас это добавим, муку и эти овсянку. Это печенье из того, что было в холодильнике. Да, что полезные. Вот. Овсяночка. Овсяное печенье. Ну да, я овсяное люблю. Сейчас хорошо, молодец. Сейчас еще это. Что-то пока отвлекся, Алина, смотрю, уже накладывает печенюшечки. Да, они никакие аппетитные. Это как с мюсли. Угу. А само тесто вот такое. Вот этот. Бумага для запекания такая. И обычный алюминиевый. Это противень нормальный. Противень. Только я его мыла с изели, там ничего нету. Да, вот. На нем, говорит, Алина, не пригорает, а на черных железных пригорает. Да. Этих нормально. Печеньки отправляются в духовочку. Ну я их, конечно, плотно наложила, но мне неохота тут противень использовать. Да, вот сейчас они все ушли. Посмотрим, какие выйдут оттуда. Ну все, печеньки получаются в духовочке. Алина ушла там еще какими-то делами заниматься, скорее всего, что-то в комнате прибирать. Ну и как, заметили ведь, наверное, в этих всех кулинарных каналах показывают, что идеальная чистота, что там они готовят, все хорошо, красиво, аккуратно везде. Но самое главное, в конце-то не показывают, какой творческий беспорядок. Вот этой там муки, там еще что-то остается. Такое редко показываю. Вот, давайте посмотрим, как у нас. Сейчас я это буду все прибирать, чтобы немножко хотя бы помочь Алине. Вот тут надо все помыть. Вот видите, мука. Кстати, идея-то мне пришла, это когда я уже тут прибрал. Тут тоже все чисто. А так вот. И тут сейчас надо все помыть. Вот это тесто там вот такое. Такое обычно не показывают в рецептах. Ну, сейчас приберу, тоже засниму. Ну вот и все. Стало гораздо лучше. Согласитесь со мной. Вот такая кухня. Я даже газовый предупредил. Там тоже вот уже сушится эта штучка. Стол также протер. Тут у нас находится курочка, которую вчера или позавчера Лена готовила. Обычно в духовке храним. Вот. На полу. Куча мусора, вот смотрите, прям вообще много. Сейчас пылесос запустим. Да, вот там какая-то пыль, там, ну вот, все это сыпется, что бы вы ни делали. Я хочу, знаете, сейчас что сделать? Тут же вот так легко все достается мне. Я хочу попробовать, посмотреть, сколько там, и подмести. Так, и сейчас вот этот еще край тут, где-то у меня. Ага. О, смотрите. Может, пылесос туда, а не заедет? Буквально за... Сколько это у нас? За 4 месяца. За 4 месяца. Так что, ребята, проверяйте, что у вас под низом. Тоже, наверное, так же будет. Может, из-за того, что вот этого кантик надо, может, какой-то приклеить сюда, чтобы это туда не сыпалось. Может, вот это сделать. Вот. Вот так вот все это выглядит. А, может, кстати, я неправильно сделал, когда устанавливал. Видите, тут кантик-то какой-то есть. Только я наоборот, что ли, сделал. Может, надо было вот так. Ну, имеется в виду. Может. Ну, ладно. В итоге, как есть. Все как есть. Сейчас все буду подметать. Ну, все, подмел.
эту штуку поставил максимально низко к полу. Скорее всего, я неправильно вырезал, надо этой силиконовой штучкой было наоборот делать. Ну ладно, как уж есть. Вот, все стоит, пусть держится. А сейчас робота запустим уже, тут подготовили кухню-то, шторку там убрали, то-то все. Пусть покатаются, прибирают. Сейчас с Алиной собираемся в сад, кормим сына. Алина кормит. Алина сказала, иди пока там все грузи, все вещи, там мотоблок, то-то все, в прицеп закидывай. Также хочу побриться, то вот неделю что-то не брился, сейчас вот этим займусь. Ну, чтобы это посимпатичнее в кадре-то смотреться. А так робот-пылесос все прибрал. Печенье приготовилось, Алина пробовала вкусно, я еще сам не пробовал, но думаю вкусно, потому что очень ароматно. Так, сейчас я поищу, где печенье. Ага, вот оно тут. Да, в духовочке еще. Да, уже подостыло даже. Вот такое печенье, с двух сторон обжарено. Очень хорошее. Сейчас сфокусирую. Вот такое печеньки. Нормально. Очень ароматно. Также надо еще мне заварить термос, чтобы в саду нам с Алиной было что попить. Горячий чаечек. Ну все, сейчас пойду бриться. О, на улице-то какая красота. Блин, солнце в лицо так и светит. Взял штатив. Сейчас поснимаю в гараже, как там, что буду грузить. Что возьму. Что-то. А, ну, все. А так вот брился. Алина сказала, у меня не больше 40 минут осталось, чтоб я все быстрее делал. А так время летит, когда ребенок-то появился, так еще как-то все быстрее пошло. Ну ладно, сейчас вот до Нивы дойду. Она у меня тут внизу стоит. Приехал в гараж, все нормально, вот прицепчик у меня тоже уже подготовлен. Я так и надо сейчас тогда. И вот пока ехал в гараж, смотрю, тут ребята дорогу делают. Яма на яме же была, а сейчас станет получше. Вот техника ездит, там это фрезеруют, старый-то слой убирают. Вот уже одну полосу сделали, вот там все идет. Все нормально вообще, хоть ям не будет. Ну, главное, чтобы не затягивали, сразу делали-то, то еще больше ям-то будет. Ну, сейчас покажу еще, что я прикупил тут для мотоблока. Это грунтозацепы. Вот картошку копать и тому подобное будет все удобнее с этой штукой. Единственное, ступиц не было сразу, и в магазине-то в наличии. Так придется скручивать с колесиков. Ладно, что делать. Вот два грунтозацепа, что-то 2100 рублей. А так еще ступицы 440 каждая стоит, но не было в наличии. Также купил еще вот такой плуг. Вот. Сказали, тоже подойдет. Будет хорошо. Вот он, достаточно жесткая конструкция. Уголок. И лемех, похоже, даже съемный меняется. Ну ладно. Будем пробовать пахать уже по-настоящему плугом. Так, вот сам мотоблочек у меня стоит тут. Сюда надо груз. Груз пока не нашел, не решил, какой сделать. Ну, вот у меня цепь есть, может, она подойдет. Намотаю сюда, тяжелая такая. А так вот, получается, колесики надо вот эти болты выкручивать, колесо убирать и ставить. О, уже потерялась, была ведь. Ну, ладно. Блин, забыл со штатива-то поснимать, камеру включить. Но в итоге вот все закидал там. Колесики всякие, фрезы. Сам мотоблочек все закрепил. Взял еще такую цепь. Померил налазить на эту штырь-то тяжелая, хорошая. Попробую ее как груз использовать. Ну, конечно, может несколько звеньев отпилить, то слишком поди тяжело будет. Ну, в итоге вот возьму, будем пробовать. Приехали сейчас в наш сад, вот наш домик. Вот там Лешек сейчас малыша нам принесет. Будем с ним сидеть на солнышке. Леша будет тут пахать землю. Тут вот, представляете, уже... Вот так вот уже трава немножко выросла. А? Выросло, да. Да, а это ничего страшного, что заросло-то так? То, что земля-то все равно перепахана. То, что земля-то А нужно было пахать и садить эту сразу горчицу, да? Ну сейчас, может, плугом еще раз.
Не, давай больно. Ту часть хотя бы. А там по весне уже может снова. Ну, посмотрим. Ну, земля, да, нормально. Вон, смотрите уже, какие березки желтые. Если получится, я сегодня схожу еще за грибами. Посмотрим там, что по ягодам у нас. Вот на Ниве приехали с прицепчиком. Вот, погода такая вообще хорошая. Очень-очень хорошее тепло так. Все, вот, сейчас будем отдыхать. Мы еще, кстати, взяли покушать с собой. Ну, хотели пожарить что-нибудь, ну как-то... Ладно. Леша сейчас спашет, я посижу с сыночком, мы с ним погуляем на свежем воздухе. Ну, у нас постоянно на свежем воздухе. А, Леша еще, кстати, на почту-то сходил, забрал посылку от Василька. Вот, сделаем распаковку. Большая. Большая, да. Что, третий мешок уже к нам приходит. Да. Вообще хорошо. Нормально. Я вам это, ребят, сапоги одел. Как-то видос там мы там с Линой сюда сняли. Это мои любимые тапочки, сюда все плохо без. Ну что, нормально тапки? Такой выкинул, взял. Вот, Леша там купил плуг. Какую-то еще штуку, что-то какие-то колеса. Да, колеса. Вот сейчас покажет. Все, он сказал, что больше ничего покупать не будем для мотоблока. Ну, я надеюсь. Можно еще купить. Ой, все взял вот тут. А вон, кстати, вот я вот этих штучек хочу нарвать себе домой. Такие они сухоцветики. Вон тут растут. Букетик можно сделать, вот. Вот еще вот это, кстати, тоже такие, смотрите. Осенние цветочки, не знаю, как называются. Вот на дачу, да, приехали. Тишина сегодня, красота. Тишина, красота. Птички поют. Музыкантов-то нету. Ну да. Что-то пока вот так все закрепил. Колеса отдельно лежат. Хочу сначала вот так попробовать на этих колесиках. Посмотреть, будет, не будет. Я, блин, еще сцепку-то забыл. Это вот такая, которая сушник держит. Она в гараже у меня настоящая-то. Кстати, тут есть типа сапуна. О, отверстие и масло. Время от времени капает, выбегает, вот тут все грязное. Ну так, с одной стороны, хорошо, хоть сальники не будут давить на редукторы. Но с другой, вот плохо, что вот так выбегает. Ну ладно, сейчас заведу и попробую вот уже попаханному. Хотя бы попробовать, как будет, не будет. А потом будем постепенно, как говорится, там, вот это добавлять, груз сюда навешивать. Ну и зацепка будет съезжу, если совсем ничего не получится. Итоге, смотрите, я тут такую борозду сделал. Как-то не нравится мне, вообще не идет. Еще отвал-то вот куда-то вот туда далеко так, его на бок все куда-то воротит. Тут-то еще не держится, блин. Ладно, сейчас колеса поменяю, груз навесим, посмотрим, что будет. Заменил одно колесико. Смотрите, какие модные диски на нашем мотоблоке. Вот все нормально, сейчас будем второе менять. Надеюсь, не будет буксовать. Ну, попробуем, блин, вот цепку-то не взял, придется, наверное, ехать в гараж. Ну, ладно, сейчас посмотрю. Он еще какой-то груз на него повесил. Че только не придумает. Что-то вроде получается. Пока на этом попробую. Потом вот вторую половину участка делать. Что-то вот как-то так у Лёши получается. Говорит, что ему не нравится. Непонятно пока. Ну что, вот попробовал я этот плуг.
Да, Наталинчик. Ну что, это как-то, не знаю я. Так и должно быть, что ли? Для чего он предназначен? Как-то меня не впечатлило это дело. Ну ладно, грунтозацепы еще понадобятся, там это окучивать, например, садить что-нибудь. Ну да. Ну блин. У меня видно, наверное, впечатление от большого трактора, когда он пашет там. Там сразу все перемешивает, все нормально. Может, конечно, еще из-за травы. Может, так и должно быть, не исключаю. Ну, сейчас обычно эти фрезы поставлю, которыми первоначально тогда делал. И ими попробую. Посмотрим, как получится. Ну вот, что-то все равно усталость уже. Вроде бы что сделал, ничего не сделал, а уже устал. Сейчас с Алиной решили немножко так покушать. Чай попить. Да, чаечек. Печеньки-то, которые Алина испекла, вот и взяли. Там еще курица с рожками. Да, и вот еще курочка есть. Хорошо. На улице тепло. Я вот даже верхнюю курточку снял, вот в одном термобелье таком сижу. И то даже вот чувствую, что припекает, вот очень хорошая погода, на удивление. Сейчас Алина нам организует покушать. Покушаем, поедим. Алина еще хочет сходить в лес, посмотреть, может, какие грибочки вот там есть. Где чернику-то собирали. Ну, не знаю, попадется, что не попадется. Вот сейчас кушает Лешик. Я ему положила курочку с макаронами. Вот это хлеб я, кстати, сама делала. Смотрите, да, какой он в разрезе. Очень хороший. Вообще вкусненький такой вот будем делать. Я две буханки еще сделала. Два батона. Так он прям мягонький. Он такой... О, лиса! Алинчик, лиса! О, смотрите, лиса! Она может бешенством болеть. Вон, вон, вон. Вон, смотрите, лисичка. Сестричка. Вот такая вот. Бегает. Я еду-то забрала. Надо правда какую-то хрень. Штатином. Алинчик, штатином. Сейчас Леша наконец-то решил пахать по-нормальному. Вот поставил там эти фрезы. Вот вроде так получается у него. Вот. Сначала он вот это начал делать. Не знаю, зачем, только я говорю, время только тратишь. Он говорит, чтобы там все повяло. Так толку мы все садить пока ничего не будем. Вот. Сейчас вот это делает, эту часть участка. Что времени уже много, пол первого у нас. Вот, смотрите, вот так вот. Все тут. Чисто это хорошо, как, да? Ну, а ты как хотел? Вот весной потом тоже. Вон у соседей какой домик. Интересный. Такой белый с зеленым и красным кирпичом. Да. Вот Леша уже столько сделал. Вот такой молодец. Сейчас у него небольшой кусочек остался. Он сейчас доделает. Там еще будет пахать. Так-то он минуту 20 это все сделал. Ну, это, наверное, очень тяжело. Я ему предлагала попить. Но он что-то, говорит, не хочет пока. Вот это типа сабля, самец. Я вот в детстве так вот с пацанами, ну, типа, вот это считали, что самец. Ой, не надо. Вдруг он тебя уколет. Они так-то еще летают, вот у него крылышки есть. Ой, вдруг есть. Он тебя уколет, не трогай эту штуку. А вон, смотри, Алинчик, увеличь, какие у него вот эти челюсти. Он сейчас, погоди. Траву ест этими челюстями. Сейчас, подожди. Не трогай его вдруг. Смотри. Я сейчас тебя... Отпусти меня. Я сейчас тебя стукну. Смотри, смотри. Вон у него рта-то тоже какие штучки есть. Во, вот он этими палочками слышит, вон эти. Ага. Ладно, да, отпусти. Нет, только не у меня тут вот. Вот, побежал. Все, упрыгнул. Так ты как маскировался, да, сильно? Да, вон он. Смотрите. Вон красивый. Да, у них идеальный цвет. Да, с травкой слился. Вон. А так они разных цветов-то есть. Это еще не самый крупный, я крупнее видел. Вот это, это тени делают. Да. Леша сейчас завершает уже. Скоро поедем домой. Вот у него тут немножко осталось. Вот это вот. А тут, говорит, надо копать руками. Там, говорит, какая-то дорога была. Непонятно. Но это не сегодня уже. Вот он сколько сделал, много. Молодец. Картофан на следующий год засадим. Земля хорошая, она же отдохнувшая. Картошка, Леша, говорю, будет, я не знаю, с ладонь большая. Он вроде тоже говорит, что да, вот крупная. Но, как говорится, там уже время покажет.
Смотрите, я мышку нашел. О, даже две. О. Ага. И вон еще вторая там убегает. Да-да-да. Ладно, к соседям их отгоним. Как это быстро. Маленький хвостик-то такой, какие-то лемминги. Вон, вторая. Она улезла туда, в норку. Где? Вон сюда, в норку улезла. Да, лиса охотится на них как раз. Ну ничего, мышки, домики, все, закончились у вас тут. Алина говорит, я хочу попробовать фотоблоком поделать. Что, хочешь попробовать? Давайте первую передачу-то. Вот это чисто нажимаешь. Нет, толкать. А не надо толкать-то, ты приподними его. А что у тебя не пашется-то? А так и наматывается. Так по готовому-то. На, такая. О, сразу слышно стало громко. Вот такая. Как говорится, красота, я даже доволен. То ли дело фрезами быстро и качественно. А вот тут еще разик я прошелся. Тоже вот уже тут легче даже это все делать. Вообще хорошо. Трава уже большей частью, вот эти корни-то повяли. Вот нормально. А в центре полоска жесткой земли, которую, я думаю, надо лопатой копать. Так как тут, похоже, была дорожка в баню. Может, какой-то парник стоял, и тут земля жесткая. Ну, имеется в виду, фрезы не берут, дерн такой крепкий. Видно, тут еще что-то садили, а тут тоже. А так, вот нормально, сейчас поищу лопату и это, покопаю чуть-чуть. Это еще так и ничего не разбирал. Тут видите, всякий металл на магнитом. Собрать в ведро все это дело, чтобы ни гвоздей, ничего не было. Пока так я ставил этот кусочек непаханный. А так вот думаю, вот до сюда вот все вспахать, вот так вот. Ну и это, конечно, тоже доделать. Вот такой вот тут вот. И нормально будет. Картофанчика надолго хватит. В комплекте с домиком и дачным участком был кое-какой инструмент. В частности, вот такая лопата. Ну, конечно, нафиговенькая. У меня в гараже-то хорошая, там Фискарс. Лопата есть. Ну ладно, сейчас ее не взял разок. Попробую, вон там кочка торчит. Ее этой не берется, вон, видите, фрезой-то. Сейчас я ее выкопаю. И там сбоку вы тоже чисто вот так вот просто покопать, углубиться, то там буквально на 3-4 сантиметра всего фрезы-то заглубились. Ну вот сейчас пройдусь по периметру, может, это начну копать. Снял фрезы, вон на них намотало сколько всякого, в кучу все скидаю, вот эту траву-то, которая вытаскивается, пусть перегнивают. А так вот, сейчас их все почищу, все беру, колесики поставил такие, чтобы не перекручивать, потому что все равно тележки я не таскаю пневматические, мне не надо колеса. Еще хотел сказать отдельное спасибо зрителям, которые рекомендовали мне поменять. Вот я в прошлый раз вот так вот острым туда вперед-то делал. И из этого, может, видели на видео, мотоблок-то вот так дергался. А вот я сейчас так поставил, и стало вообще идеально. Красота. Я думал, неужели так плохо все вот это дело? А действительно, надо вот так ставить, чтобы он скользил. Чуть-чуть приподнимаешь, и он побежал дальше вперед.
А так, вообще отличный мотоблок, мне нравится. Сейчас его, сейчас нейтральку поставим. И сдвину вперед. Вот. Такой мотоблочек. Ну, конечно, если все вот так вот, как я вот с Алиной покупать, картошка выходит золотой. О, Алина пришла. Лисички, похоже, нашла. Что, лисички? Нет, ну я не знаю, лисички вроде. Да, это лисички. Все, больше вообще грибов нету. Поганки. Даже поганок нет. Или поганки, ну, поганки есть, но вот я не знаю. Да, смотри. Да, хорошие лисички. Ну, чуть-чуть совсем. И все, больше вообще нету. Ну, ничего. Молодец. Ну, хоть, как говорится, вот немножко прогулялась. Да. Мы поехали домой. Уже. Вот. Едем в Радужный обратно.